Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире программы «С первых рук». С вами Акмарал Майкузова. У нас сегодня в гостях Алена Юрьевна Хомутская, врач общей практики городской поликлиники номер 5. Добрый вечер, Алена Юрьевна. Тема сегодняшней нашей беседы будет посвящена профилактике ВИЧ и СПИД, поскольку 1 декабря во всем мире отмечается дата, День памяти жертв СПИДа. И в этом плане хотелось бы вас уточнить, насколько эта тема актуальна для Актюбинской области. Да, сейчас тема ВИЧ-СПИД-инфекции актуальна в нашем мире. В планах, рамках мероприятия реализации государственной программы развития здравоохранения «Казахстан-Саламатте» с 2011 по 2015 годы во всех регионах Республики Казахстан проводятся месячники, которые посвящены профилактике ВИЧ-инфекции, приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИД 1 декабря 2015 года. Ну, ежегодно количество растет, к сожалению. Ежегодно, да? К сожалению, количество ВИЧ-СПИД зараженных лиц растет. Уже более 39 миллионов человек унесло во всем мире. Если говорить по Казахстану и по Актюбинской области, наш регион, какое место занимает? Вообще по Казахстану зарегистрировано 21 590 случаев зараженных ВИЧ-инфекцией. В том числе по Актюбинской области это 426 случаев. В том числе из них трое детей до 14 лет. Если конкретно говорить по Актюбинску это 226 случаев. Из них 2 случая инфицированных детей до 14 лет. Также 30 случаев было зарегистрировано у беременных женщин. Из них 19 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. В связи с этим хочу сказать, что численность населения с ВИЧ-зараженными людьми растет. Алина Юрьевна, пути передачи этой болезни, они какие изменились за последние 15 лет? Угу. На заре, в конце 90-х, на заре 2000-х говорилось, что в этот контингент попадают только те, кто принимает инъекционные наркотики. То есть, ну, проще говоря, колется. Сейчас, насколько нам известно, если не ошибаюсь, вполне благополучные люди также заболевают. И в этом плане хотелось бы уточнить, при каких обстоятельствах им ставится такой диагноз, как они заражаются этой болезнью? Я поняла ваш вопрос. В связи с тем, что люди мало информированы о пути передачи ВИЧ-инфекции, это создает страх у людей и дискриминацию людей, зараженных ВИЧ-инфекцией. Поэтому хочу сказать всем, что ВИЧ-СПИД-инфекция – малозаразная инфекция. Пути передачи, она передаваться может только через определенные жидкости и при определенных условиях. Это через кровь, через семенную жидкость, через секрет влагалища и через грудное молоко. А слеза человеческая? Нет, слеза. ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, также может находиться в таких жидкостях, как слеза, пот. Но она находится в низких концентрациях и не дает возможность заразиться ВИЧ-инфекцией. В связи с этим хочу сказать, что ВИЧ-инфекция передается через кровь, то есть при использовании стерильных шприцев, то есть между наркоманами. Через грудное молоко, через мать их плоду может передаться. Переливание крови. Через переливание, татуировки. Вот, кстати, повальное увлечение не только у нас, в молодежи, но и по всему Казахстану. Маникюр, педикюр. Маникюр, если педикюр, татуировки, татуаж бровей. Если не обработанные шприцы, то может заразиться человек ВИЧ-инфекцией. Также при нестерильных шприцах, при переливании крови, при каких-либо манипуляциях инъекционных. Есть телефонный звонок, послушаем телезрителя, затем возвратимся к теме нашей беседы. 222-333, телефон прямого эфира. Вы на линии, спрашивайте, добрый вечер. Алло. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я врач Актюбинской областной больницы. Вот я хотела бы узнать, недавно у меня в отделении лежал пациент, ВИЧ-инфицированный. Он, значит, был без определенного места жительства. Мы, учитывая данный факт, взяли у него кровь на ВИЧ. Он, оказывается, состоит 10 лет на учете в СПИД-центре. Об этом он нам не сказал, он не информировал сотрудников отделения, хотя у него были проведены хирургические манипуляции, у него брали кровь, то есть контакт был с пациентом. Как теперь вот нам быть в таких случаях, когда пациенты поступают? Может быть, в медицинские учреждения нужно распространить списки ВИЧ-инфицированных или как-то? Вы понимаете, что пациенты не говорят о том, что они ВИЧ-инфицированы? Это благодаря нашей бдительности мы взяли у него кровь, мы с ним переговорили и взяли кровь на ВИЧ.
Оказалось, что он 10 лет состоит на учете, и спеццентр уже 3 месяца его разыскивает, понимаете? Спасибо. И как нам быть в этом случае? Получается, мы подвержены, понимаете, ВИЧ-инфицированию, и нас государство никак не защищает. Спасибо, вопрос понятен. Алина Юрьевна, ну, как регулируется этот вопрос? Тем более, ну, есть, наверное, определенная база данных этих людей. Стоит ли вообще, есть ли необходимость в таких случаях информировать соответствующие органы, ну, на случай того, что вдруг попадут эти люди в больницу? Ну, не каждый же, вот как в данном случае, готов открыться и сказать, что у него такой диагноз. Или это все-таки тайна болезни? Вот как регулируется? Конечно, многие люди сами не подозревают, что инфицированы ВИЧ-инфекцией, так как долгое время эта болезнь может не проявляться. И только спустя от 10 до 15 лет может развиться такое грозное осложнение СПИД, то есть синдром приобретенного иммунодефицита. То есть это осложнение ВИЧ как конечная стадия ВИЧ-инфекции. Поэтому профилактика стоит на первом месте. Конечно, мы должны информировать всех, буклетики раздавать, проводить семинары, лекции по профилактике ВИЧ-инфекции. Вот этот вопрос, как бы вы прокомментировали, когда человек попал в областную больницу в качестве пациента, не проинформировал врачей, что у него есть подобный диагноз, хотя неизвестно, был ли он в сознании или нет, да. Но врачи это установили. Знал ли он сам, что у него такой диагноз? Ну, так, возможно, взяли анализ крови на антитела ВИЧ, у него было положительное, но, может быть, не информировали. Женщина там была, мужчина, и он сам не знал. Возможно, это. Но многие боятся говорить о этой проблеме, все-таки, так как это вызывает дискриминацию людей со стороны населения. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Вас слушаем. Добрый вечер. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот у меня супруга приехала с России. И тут, чтобы получить ей гражданство нашего Казахстана, ей сказали с спеццентра взять документ. Ну, что она здоровая. С финансами сильно тяжело сейчас. Она туда поехала, а там ей говорят, это строго платное все. Разве нельзя как-то сделать это бесплатно? Ведь я понимаю, да, что но человек хочет показать, что он действительно здоровый человек. Можно сделать это? Для получения гражданства, да, необходима справка. Да, справка нужна. Но чтобы эту справку получить, надо сдать, ну, на этот анализ. Можно ли это сделать? Спасибо. Бесплатно? Вопрос понятен? Вопрос понятен. Вообще, пройти кровь, анализ на ВИЧ-инфицирование может в каждой поликлинике Республики Казахстан, в том числе в нашем городе, в каждой поликлинике. Поэтому вы можете спокойно обратиться в любую поликлинику, где вы можете сдать кровь на ВИЧ. Ну вот в спеццентре, если верить словам телезрителя, запросили справку, точнее деньги за справку. Может быть, это справка какого-то особого образца? Нет, скорее всего, это сдать анализ на ВИЧ, что здорово, что нету антител положительных к этому вирусу. Ну, в таком случае пусть телезритель обратится в поликлинику номер 5. Пускай обратится в поликлинику номер 5. Где она находится? На Кунаева, набережная 79-Б. Спасибо. Чем отличается СПИД от ВИЧ? СПИД от ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. То есть им может быть заражен любой человек, но он этого может и не знать. Узнать о этом заражении можно при помощи сдать анализ, где выявляется отсутствие либо наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. СПИД, как я уже говорила, это конечная стадия ВИЧ-инфекции, то есть как последствия осложнения, которое может развиться спустя 10-15 лет после заражения ВИЧ-инфекцией. А у многих людей может и не развиться. То есть 50% зараженных ВИЧ-инфекцией страдают СПИД. Есть еще один телефонный звонок, 222-333, телефон прямого эфира. Слушаем вас, задавайте свой вопрос. Я не вопрос, вернее, продолжение вопроса, который женщина-врач задавала вам сейчас. Что он знал, он больше 10 лет уже на учете, он знает, что он ВИЧ-инфицированный. И вы так и не ответили на этот вопрос. Что делать, как узнать? Вы даже не ответили. Спасибо. Она спросила, мы можем заразиться, а где списки эти? Спасибо. Как их найти? Алена Юрьевна, ну вот ситуация... Зрители тревожат и хотят услышать ответ. Вы, если в вашей компетенции, дайте, пожалуйста, развернутый ответ. Ну, как быть в такой ситуации, когда человек скрывает свой анализ? Это одна сторона. Второй момент. На чаше весов стоит здоровье, благополучие здоровых людей.
которые также работают и контактируют с всякого рода больными пациентами. В-третьем, у вас есть списки. Вы сказали, более вот чем 200 человек. Сказать. То есть по закону имеют ли соответствующие службы знать имена пациентов, которые имеют неутешительный диагноз? Ну и в-четвертых, даже если он имеет этот список, больница имеет, а у поступившего пациента нет документов, то есть насколько поможет этот список? Вот в любом случае, вопрос. Когда пациент проходит у нас анализ крови на ВИЧ, антитела, в любом случае, посмотрев результаты, мы информируем пациента. В любом случае он будет знать, и эти списки каждая поликлиника передает по месту своих поликлиник, и мы в курсе всех пациентов, у и которых положительные. Поликлиники в курсе. Больницы. Больницы тоже все в курсе. Нам каждая больница, у нас же поликлиники, рассчитаны пациенты, каждую поликлинику относятся. И вот нам передают списки спид-центра, стационар, где проводились переливания крови, которых пациентов мы должны обследовать. Исходя из этого, областная больница скорой медицинской помощи должна была знать, что у них в базе, вот этот пациент, который у них находится, в случае, если у него был документ, то он как раз-таки, вот его фамилия также фигурирует в списке. Да, конечно. То есть нам передают со всех стационаров, со спид-центра, где проводились переливания, чтобы мы обследовали эти лица. Ну, теперь более уже ясно. Есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я вот хотела гости ваши задать вопрос. В 89-м году у меня была операция, и, в общем, произошла потеря крови, и вливали кровь. Вот не могу ли я СПИД, так сказать, заразиться СПИДом? 89-й год. Да. Это уже сколько лет прошло? 20. И у вас такой красивый, бодрый голос. Я не врач, и мне кажется, я могу даже я ответить на ваш вопрос. У вас все в порядке. Максимум, что вам грозит, это ОРВИ. И вот это ПИД-сезон. Ну, теперь слово после переливания крови по месту жительства в каждой поликлинике через один месяц и через три месяца берем кровь на наличие или отсутствие антител к ВИЧ-инфекции. Вам проводилось этот анализ? Это было в далеком 89-м году, еще при советской системе. Ну, скорее всего, проводилось. Было это и при советской системе. Если за эти три месяца никак не проявилось, оно ну, и она дальше может не проявится. Ну, для беспокойства. Скрытым для, не может быть. Да, для спокойствия пациентки она может по месту жительства пройти либо анонимно этот анализ. Алена Юрьевна, скажите, если за три месяца не проявилась я болезнь никак, то есть после трех месяцев уже не стоит переживать, и даже можно не вспоминать да, об этом после переливании. Переливания, да, если они проходили. Даже этот если анализ. Не проходили, но за три месяца никак у нее не ухудшилось здоровье, а напротив, нет, даже возможно. Лучше. Поэтому лучше сдать кровь. Возможно, как я говорила, все-таки. Что ВИЧ-инфекция может протекать бессимптомно длительное время. То есть, поэтому после переливания желательно, если сдавали, то есть то шутить хорошо, в да. данном случае никак лучше нельзя. Не стоит, и да. очень поверхностно относиться также не стоит. Телезрительнице советуем обратиться, несмотря на по то, месту что... По жительства в поликлинике. Прошло уже... более 16, 20, да. даже... И для своего спокойствия сдать этот анализ бесплатно, по месту жительства. ВИЧ-инфицированные пациенты, как долго они живут и от чего зависит продолжительность жизни? Ну, как я говорила, ВИЧ-инфекция может перерасти в СПИД, а может так и остаться в организме. То есть может пройти от 10 до 15 лет, прежде чем разовьется синдром приобретенного иммунодефицита. Это зависит, как правильно будет поведение у человека. Как говорили мы уже, это поведенческая болезнь, то есть пути передачи много зависят от поведения человека. Любите. Ранняя диагностика и лечение может предотвратить это. Развитие СПИДа может предотвратить, а с ВИЧем можно жить. А с ВИЧ можно жить. До старой глубокой старости. Так говорится, да. Алена Юрьевна, люди задают кровь на анализы. Угу. За какое время уже приходит результат? Сколько необходимо его ждать? Результат, на следующий день результаты готовы. Развернуто. Поэтому с утра можете подойти в поликлинику, участкового врача взять направление, сдать, и на следующий день уже готовы результаты будут. Для того, чтобы определить уровень сахара в крови, необходимо приходить в лабораторию на голодный желудок. Угу. При других анализах такие же какие-то есть свои требования, а в данном случае? Нет, в данном случае никаких требований нет.
Пациент должен прийти, взять направление и сдать. Есть кровь. Еще один телефонный звонок. Послушаем телезрителя. 222-333. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свой вопрос. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела вопрос задать врачу. Слушаю хотела вас. Задать вопрос. Вот недавно по СМИ была такая информация. В мире зарегистрировано более 60 миллионов человек ВИЧ-инфицирован. Сейчас вот вы даете такую цифру 35 миллионов. Кому верить, почему такая искаженная цифра? Спасибо. Слушаю вас. Если вы меня внимательно слушали, то я сказала, что за последний год в мире умерло, унесло жизнь 39 миллионов человек. Вот. То есть это в данном случае медик, врач унесло говорил жизни, да. О смертности. Угу. Какая помощь государством предлагается людям, у которых обнаружен этот неутешительный диагноз? Ну, так как я сказала, это малозаразная болезнь, поэтому бояться нечего. Не нужно дискриминацию людей производить, потому что им нужна поддержка, помощь этим пациентам. Ранняя диагностика и лечение. На сегодняшний день лекарств, излечивающих ВИЧ-инфекцию, нет, но благодаря антиретровирусным препаратам мы можем удлинить жизнь пациента и предотвратить такое грозное осложнение, как СПИД. Психологическая помощь оказывается людям с ВИЧ-инфекцией? Вообще, как проводится психологическая работа вот с этим контингентом? Следует проводить семинары, лекции, у человека, поддержка. Алена Юрьевна, у человека обнаружен вирус. Вот как вы ему сообщаете, как он его воспринимает? И вот в этом плане психологическая поддержка насколько важна? Ну, каждый человек по-разному относится к своему заболеванию. Конечно, есть и такие пациенты, которые не верят. Но мы стараемся поддержку дать таким пациентам. Создаются группы, у которых одинаковая болезнь. Поддержка, да. Профилактика на чем должна строиться? На сегодняшний день самой эффективной мерой профилактики это является образование. То есть превентивное образование. Мы должны проводить лекции, семинары среди учащихся СУЗов, вузов, школьников, так как были случаи заражения и этих детей, школьников. Должны обучать их, проводить лекции, буклетики раздавать, говорить о пути передачи ВИЧ-инфекции. Так как я уже говорила, ВИЧ-инфекция, это пути передачи зависят от воспитания, то есть поэтому мы должны рассказывать пути передачи, как может передаваться ВИЧ-инфекция. Опять вспоминаем татуаж, маникюр, татуажи, педикюр, стоматологические конечно, услуги. Стоматологические. Поэтому. Скажите, 1 декабря Всемирный день памяти жертв СПИДа отмечался. Вот в этом плане, в Актобе, какие мероприятия проходят помимо семинаров? Люди сами, у которых этот диагноз, они не готовы пока раскрыться и рассказать свою историю, нет? Нет, они еще не готовы. Многие боятся, что их будут осуждать. В этом плане они боятся дискриминации. То есть общество не готово еще принимать таких людей? Общество еще не готово, потому что они не полностью информированы о этом страшном диагнозе. Поэтому наша цель – как можно побольше разносить буклетов, рисовать плакаты, чтобы люди более знали. Что необходимо узнать о ВИЧ и СПИД? Что в первую очередь – как передается, чтобы люди были осторожны и посерьезнее относились к своему здоровью. Буквально сегодня вышла информация по республиканским телеканалам и информационным агентствам. Говорилось о том, что представительницы коммерческого секса, ночные бабочки Алматы, инфицированной ВИЧ, и даже называлось точное количество этих женщин 98. В Актобе тоже они есть. А вот какой у них диагноз, есть ли или нет у них этой болезни, общественности неизвестно. Вы с ними работаете? Мы с ними пока не работаем. Ну, не у всех этих женщин, возможно, ВИЧ-инфицирование есть. Такие женщины тоже должны проходить обследование хотя бы раз в полгода. Сдавать анализ. Они обязаны, но никто их заставить не может. Никто не может заставить. По закону, есть ли уголовная ответственность за то, что человек скрыл
свой диагноз и подверг жизнь человека опасности? Есть. Такое есть, потому что эта проблема актуальна сейчас и опасна. Программа подходит к концу. Благодарим телезрителей за звонки. Остается несколько секунд. И в качестве вывода, что бы вы могли сказать? Что необходимо помнить нашим телезрителям, чтобы сегнашняя наша беседа имела наибольший эффект? Я хотела бы сказать, чтобы люди не боялись этой болезни, сдавали анализ для своего спокойствия. И каждый берег свое здоровье. Поэтому если никто о нем не позаботится, больше, чем как вы. Люди, кстати, сдают и на сахар, и на все. Вот, но почему-то не спешат пойти провериться на наличие или отсутствие ВИЧ. Это услуга бесплатная в любой поликлинике? Это услуга бесплатная в любой поликлинике. Просто многие люди боятся, как я уже говорила, дискриминации людей из-за необразованности этой болезни. Тогда как необходимо следить за своим здоровьем. С вами была Акмарал Майкузова, а также врач общей практики городской поликлиники номер 5 Алена Юрьевна Хамутская. Говорили мы сегодня о профилактике ВИЧ и СПИД. Спасибо за внимание. Сейчас реклама, после которой Гульбашина Катова ознакомит вас с новостями на казахском языке. Всего доброго. До свидания.